Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте Вованчика, моего сагильдийца. Мы сегодня рулим и будем пробовать собрать некоторых героев на русском сервере за пыльцу. Есть у нас пыльца 700, 740, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, вот есть 740 пыли, будем пробовать собрать здесь героев, аккаунт, ну, понятно, донатный. Так, давайте откроем. 66 тысяч самоцветов у нас есть. По поводу вступления пишите мне в телегу, ссылочки на мою телегу есть в описании к видосам. Поехали, посмотрим на аккаунт, что на нем есть интересного. Это русский Android. Такс. Валентины нет. Да ладно, не поверю, что Валентины нет. Валентина, Мэри, Зефира. Понятно. Друид, рыцарь. Дуалянт, лис, оккультист. В принципе, героев не так уж и много. Скиталец, королева, гарпия. Но я думаю, эти все у него герои есть по-любому. Гарпии есть. Странно, что он не открывает. Полник еще один валяется. Я вчера себе на сардельке оккультиста вытащил на стриме. По 450 мы заролили, 5к почти. И, в принципе, получили этого недостающего героя. И реально очень крутого для бездоната. И для доната он тоже нужен, я его использую. Так, окей. Ну что, поехали, будем пробовать. Сегодня у нас ничего такого интересного нету на трату. Значит, поехали, попробуем. По крайней мере, скиталец с таких, кто прям будут хороши. Это скиталец, оккультист. Странная медузка. Взглянем, или медуза есть. Очень странно, что у него. Вальки тоже. Не наблюдаю я их. Леди Лео тоже нет. Окей. В принципе, герои хороши для PvP локаций некоторых. Поэтому их надо однозначно тоже выбить. Ну, поехали. По 450. Сразу же землеройка падает. Ну, землеройка у него вроде есть, неплохо. Хорошее начало, но это русский сервер. Вы все прекрасно знаете, что это такое. Так, паладин. Нам нужен оккультист больше всего со всего этого. Бульдозер. Купидон, РТшка. Рандомчик, давай. Медузка, отлично. Ледяной феникс. Но у него эти все герои. Так, слоты на склад, понятно, будем добавлять, потому что надо дофига всего. Отлично. Я считаю, очень даже ничего. Медузка есть. Поехали в рейд. Первый недостающий герой у нас уже есть. Ну, с его героями, в принципе, можно даже было бы и не заморачиваться над остальными. Сейчас посмотрим, что у него еще по осколкам делается. Так, лис 0, кладный 133, бард 0, зефир. Зефир всего лишь 22 осколка. Ну, доната у него 50. Он до шапки додонатил. Не особо много. Так, отлично. Медузку мы, короче, с вами получили. 450. Пожалуйста, Леди Лео, сразу же. Видите, надо чаще, ребята, бегать в рейды. Сразу же падают недостающие герои. Два недостающих героя есть. Поехали дальше. Я надеюсь, мы сейчас затащим ему побольше недостающих героев. Афинка. Варлок, Кенди, паладин, рыцарь. Ну прям имба за имбой падает. Сноу.
Суккуб. Одержимый за 150. Хорошо. Поехали дальше. О, ледяха выпал. Был бы это без донат, либо мне выпал бы ледяха. Это было бы реально очень круто, потому что ледяной феникс очень круто заходит. Особенно на бездонатах, сейчас на новой локации. Он бьет практически на всю карту, замораживает юнитов. И это реально польза, если у вас нету ледяного и нормальной тековки. Однозначно с ним надо будет проходить. Так, окей. Поехали дальше. Асурик. Пожалуйста, скиталец, третий герой. Недостающий у нас есть, отлично. По чуть-чуть у него алтарь становится таким ничего. Такс. Что там у нас? Королева Гарпия, он потом откроет. Химка, это не проблема, хладный. Он его дособирает. Оккультист остался. Оккультист, рыцарь, тоже мы выбили. Оккультист. И Валентина. Такс. Ну, поехали. Оккультист — это самое важное. Суккуб, рыцарь. Хранитель. Фрейка, нифига себе. Королева Гарпии, рыцарь. Понеслась. Еще одна королева Гарпии. Еще рыцарь. Еще суккуб. Нифига себе, вот это да. Это было жестко. Это было реально жестко по легам, правда? Как видите, как обычно. Ну, блин, надо два героя, Валька и оккультист. Оккультиста, конечно, надо очень и очень. Поехали дальше. Рыцарь опять падает нам. Кенди. Королева Гарпи. Что-то королева Гарпи. Дракула одержимый. Рандомчик, ну давай. Нам надо один герой всего лишь. Вот так вот нафиг. Все прожали по лайку, оккультист на аккаунте есть. Ну что, я поздравляю, думаю, ты не зря ждал, ты хотел вчера на стриме, но я сказал, подожди, я подкручу админ-панельку и, пожалуйста, оккультист есть на аккаунте. Ну все, нам осталось только вытащить отсюда Валентину, и аккаунт у него, в принципе, уже доукомплектован полностью, останется только донатные герои. Круто. Реально круто. С таких всех героев у него реально. Минотавра нет, это донатный. Призрака он соберет. Барт второй. Разруха третий. Лис четвертый. Дуэлянта он и так может собрать с этого, с моря там или разлома. То есть он собирается. Зефир 5. Мэри 6. Некрос 7. Осталось только Валентина. Офигеть. Офигеть. Поехали. Нам нужна Валентинка. Рандомчик, давай нам еще Валентинку. Заклинательница. Инди. Капитан Рогатка. Капитан Дрейк. Варлок. Заклинательница. О май гад, что тут творится? Миша. Здорово, Мишаня. Суккуб. Видели, сколько лех нам нападало? Еще один скиталец, еще королева Гарпи, Гаргул. А вы говорите, не надо. Паладин, одержимый. Ну, ребята, столько легенд, я думаю. Рино, ниндзя-призрачный всадник. Офигеть. Вот это нападало. Атлантище, череп и за 150 эктоплазм. Ну, что могу сказать? Я считаю, что я удачно слил сагильдийцу самоцветы, а теперь поехали дальше, ребят. Ловим недостающих донатных героев. Это у нас 740 пыльцы. И пробуем
Пробуем ему словить. Кто там у нас есть? Мэри, Зефир, Лис и Барт. 4 героя. Ну, хотя бы хоть что-то вытащить, не знаю. Посмотрим, какие шансы на русском сервере. Но это, конечно, жесть. Так, Лис сначала есть. Барт. Еще 2 лисика. 2 лисика. Рунки хорошо, снеки хорошо. Барт отлично. Я сегодня сделал видос про Барда. Еще 2 осколка Барда. Еще Мэри. Посмотрите, реально герой. Просто самый сейчас неубиваемый герой в игре. Так, есть. Мэри. Лис. Да ты что, нифига себе. На русском сервере, кстати, нормально падает. Барт. Лис. Шестнадцать осколков уже на Мэри. Неплохо. Барт. Лис. Давай, рандомчик. Пора жахать. Бардик. Ну, на русском сервере, как видите, мне кажется, больше расходников падает. Так, максималка. Так, бардик. Отлично. Десятая. Вообще огонь. Так, сундуки, расходники. Лис, Барт. Давай, рандомчик. О, Зефир, начало, ребятушки, начало Зефира у нас даже есть. Бардик еще 5. 34 осколка Барда собрали. Половину уже потратили. Мэри. Опять Барт. 39. Опять Мэри. 23 осколка. Все, забили весь, короче, мы склад. Но нормально, нормально ништяком мы так получили уже. Поехали дальше. Рунки. Рунки, кстати, падают хорошо. Лисичка. Бардик. О, 10 осколков Барда, отлично, 51. Зефир, нифига себе, 29 Зефира уже у нас есть. Так, а сколько Лиса? 26. Ну, где-то еще 2 Зефира, нифига себе, посмотрите, что здесь делается на этом аккаунте. Рунки просто падают. Сыпется, просто сыпется, ребята. Так. Так, как видите, Лис не особо, ну, 34 уже есть для русского сервера. Мэри плюс 5 осколков, отлично, 28. Но с Зефиром реально печалька. И Барт у нас упал. 102 осколка Барда. Ну, я считаю, это очень даже отлично. За 740 пыли 102 осколка Барда. Поехали посмотрим, что у нас вообще по расходникам получилось. Так, Зефир 31, было 22, если я не ошибаюсь. Полярный Лис 36 осколков, 102 Барда. А что по Мэри? 28. Ну, такие вот шансы. Поехали, пооткрываем плюшки. 28 сундуков. Офигеть. 28 сундуков, конечно, дофига. Но зато, бум! 2 выживания, ну такое. 2 эмблемки на архи, это пойдет. Плюс пакт. Ну, в принципе, я скажу вам, очень даже ничего. Так, что у него здесь? Ну, на прокачке у него есть. Я считаю, мы сегодня прокачали аккаунт сигильдийца. Реально очень круто, поэтому прожали по лайку, кому надо что-то повытаскивать, паролить, пишите
в телегу лучше, либо в ВК. ВК я просто реже отвечаю, потому что VPN-ка, все дела, ВК быстрее. Ой, мне ВК в телеге быстрее. Ну, я считаю, сегодня день удался. По крайней мере, мы достали всех недостающих крутых героев. Аккаунт комплектован. Вальку, в принципе, он со временем и так соберет. Можно будет собрать это с колеса там, либо еще откуда-то. Это не проблема. Донатные герои тоже по чуть-чуть собираются. Где там наша Валя? Валентина, ау. Где-то я ее уже пропустил. Вот она. Ну, по чуть-чуть можно будет дособирать с разных акций. Это, в принципе, не тот герой, за которым стоит сейчас гнаться. На аккаунте уже все, что надо, есть. Все круто. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.